Сотрудники транспортной инспекции и Следственного комитета выяснили вероятную причину смертельного ДТП на выезде из города. Напомним, автобус и мотоцикл столкнулись в мае. 70-й ехал по Минскому шоссе, повернул влево на дорогу к Шиннику. Байкер летел в сторону города и не успел сбросить скорость. Тормозной путь растянулся на несколько метров. Двухколесник врезался прямо в дверь общественного транспорта. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но откачать парня не удалось. Правоохранители разобрались в деталях аварии. Выяснилось, что водитель автобуса не соблюдал режим труда и отдыха. Это могло негативно отразиться на концентрации внимания.